На улице еще солнечно и тепло, но опытные горнолыжники уже планируют свой зимний досуг. Нужно ознакомиться со всеми предложениями на новый сезон, прицениться и выбрать оптимальный вариант. Тем более, что горнолыжные курорты заявили, прокатиться с ветерком с горы этой зимой можно за те же деньги, что и прошлой. Вот в прошлом году у меня не получилось поехать, потому что было как-то дороговато, а в этом году цены не повысились, поэтому я думаю, в этом году поеду. В турагентствах предложения на любой вкус и кошелек. Например, 900 рублей будут стоить 2 часа катания на казенных лыжах. Крышу над головой можно найти за 700. Итого выходные на горе обойдутся в 2500 рублей. Надеюсь, что мы вернемся к тому к уровню, позапрошлого года. Тем, чтобы выйти уже на те цифры, которые порадуют и нас, и всех окружающих. Для студентов и школьников даже разработали специальные программы. Например, поездка «Все включено» студенту обойдется всего в 900 рублей. В стоимость входит дорога до горы, прокат инвентаря, обучение с инструктором и подъемник. Школьникам же еще большие скидки. Весь комплекс горнолыжных услуг родителям будет стоить 600 рублей. Нам удалось стоимость всех затрат, которые входят вот этот проект снизить за счет повышения массовости, повышения охвата школьников. И сейчас в расчете на каждого школьника это все будет пойти дешевле. Пока здесь растет трава, но уже через пару месяцев будут кататься лыжники и сноубордисты. Этой зимой их наверняка станет больше. Цены на услуги не выросли по сравнению с прошлым годом. Горнолыжный спорт становится все более доступным.